В предыдущем ролике я вам оставил подсказку о том, что будет продолжение истории, и подсказкой был наш домик под названием «Китайский департамент». Зайдя на сервер, мы сразу же услышали взрывы и отправились на антирейд, так как нам нужны были ракетки. Слушай, это тот клан бахает, который мы хотели бахнуть. Да, да. Пойдем, 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 надо дефать. Да, он ваш, короче. Пока не вижу. По-моему, на J27. Вижу, 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 типа, вижу, типа бежит. С базукой. У них кибитка тут металл. Нам лестница нужна. Да. Выходит. Тихо. Второй выходит. Третий вышел. С базукой типа бегает. В мою сторону? Да. Бело. Я возле тебя. Я. Оп. Калашу нема. Лестница. Убил его, убил его, убил его, убил его, убил его. Тип! Чё, они вот... Бля, братан, убил его. Убил. Найс, поднимай. Я одного тоже убил там полностью. Я без хп. Окей, понял. Где? Он тут так. Дал пик тайм. Убил. 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 Мы можем к ним залезть, у меня лестница есть. Я не могу на эту лестницу запрыгнуть. О, я запрыгнул. Тут гаражка открыта. Тут все открыто. Тут, тут базука, тут лут. Серьезно? Пони дом рейди, что не рейди? Они пробахали какую-то ферму, но лута мы так-то мы не нашли. О, так я в центре. Тут есть МВК. Ну, три ракеты забрали, как минимум. У меня две ракеты. И у меня одна. Ага, смотри, крадутся. Давай зажмем. Одного убил. Второго убили. Стоп, а куда это мы разогнались? Я ведь с вами даже не поздоровался. Кстати говоря, нас уже 150 тысяч, всех поздравляю, спасибо вам огромное, что вы остаетесь со мной столь долгое время. И еще, хотел вам напомнить, ваши лайки помогают нам в продвижении. Если вам ролик понравился, не забывайте их ставить. Ну а вообще, я думаю, этот ролик заслуживает минимум 15к чизеров. Погнали смотреть ролик. И вот вы не поверите, кого же мы увидели в чате. Кристофера! Помните видос про деревню, которую мы выселяли? Да, это был владелец этой деревни. И мы сразу же захотели найти его дом. Кто разрешал Серу фармить возле нас? Серу нам принес. Кристофера зарядил, он так бомбанет просто. Так пойдем так, найдем его хату. Так я знаю из него хат, где прям его находится хат. Пойдем к нему. Так, я знаю, ты фармишь дерево, я слышал, что ты стучал. Так, стопэ. Руки вверх. И камень на землю, который ты нафармил. Нет, серу, серу мне. Give me sulfur, my friend. Only sulfur, my friend. Yes, yes, you can give me sulfur and I don't kill you, my friend, really. I do not have sulfur, I only have this, this, and this. Mm-hmm. Okay, you can take this shit and good luck. Там, наверное, опять деревня, да? Да. Не, если мы дадим им расстроиться, то это будет печально. Ну да. Поэтому ты знаешь, что надо делать с Кристофером. Нашли типов в следующем вайпе, да? Возвращение деревни неадекватно. Он, короче, типа, постоянно пишет, типа, там, чизи, там, конченый, типа, все такое, в чате. Потом он пришел, такой, поменял ник, короче. Потом пришел ко мне покупать коноплю, он не знал, что я снимаю тупы. Я ему продал, теперь спросил, типа, почему тебе так хейтишь его постоянно. Он, типа, сказал, типа, он, типа, читами постоянно гоняет. Постоянно, типа, на здание безлесных залазит. Познакомьтесь, это новая деревня Кристофера. И вы можете спросить меня, а почему я хочу его рейдить? А потому что я хочу, чтобы у Кристофера горело, так как он очень много выписывает в чат. Не, ну с ними надо что-то делать, слушай. Они зря тут строятся. Они очень зря это делают. Ну это же сервер. Он же писал... В прошлом вайпе он писал то, что типа он нас выселит. А, вон у них ферму, смотри, какую трехэтажную.
Они, у них дофига лута будет, слышишь? Они вообще с оружием не бегают, они просто сидят и ферме, по-моему, не очень много сработать. Слушай, тут можно уже один дом бахать. Мы побежали домой за ракетами и попутно решили отжать танк. А, о, бегут сюда, чувак. Уже где грузовик. Дальше, вот видишь, один бежит впереди, а другой, типа, выйдите цистерни там. Угу. Одни полчанки, вот полчанки пропусти, пусть он бежит дальше. Давай, начинаем. Минус один. Минус два. Минус три. Давай, лутай этого. Лутай этого, да, я это хочу взять. Сишка. Помакайте. О, это нормально, доллар. О! Что-то... А давай бахнем у них это. Ферму. Можно застроить. И все разобьем. Да. Это будет. Ферму бахнет, это такой геморрой потом их строить. Он вот он стоит. Я знаю, где у них шкаф. Тащи ракеты. Давай, базук. Я ракет скинул. О, у нас 5 ракет получается. Кристофер, привет. Скучал, Персик? Давай с тобой вот сюда. Давай. Шкаф? Нет. Нет. А где шкаф? Он АФК стоит, а не Кристофер, походу. А где шкаф? О, забегал. Сломай лестницу. Он... Да, Кристофер. Эльгон в ферме сейсы выращивает. Чё тут? Убираем нахер тут, всё. Стоп, а где у них? Подожди. Где у них шкаф? У меня ещё есть. Походу, двойной двери. А, нет. Вот. Вот шкаф, да. Что это такое? У тебя есть что-то? Давай, вон туда. Кидай на стенку, правую. И разрывные давай. А, да. Хотя у меня калаш сломан. Подождаюсь. О, привет. А, он не залочит. О! Ой, как это надо. Плюс ферма. Пизда, Кейт, нам. А, еще верхушку застрой. Все, чтобы они тебя больше не спали. Ой. Это читак? Подними. Хотя не знаю. Тихо. А, слышу, он по читак, да. Что это? Мы решили полностью застроить эту ферму и оставить ее себе, так как выращивать ткань — это очень прибыльный бизнес. Шкафчик, кстати говоря, мы тоже решили переставить. Ферма наших противников превратилась в наш форпост по выращиванию конопли. У меня... О, смотри, хату улучшает квадратную. 7 на 4, короче. Так, у него же буферки стояли. Не стояли же. Стояли. Я же говорю, его можно изи бахнуть, потому что у него буферки не достроены. Типа в центровину сразу. Ну да, ну давай, это нахать, бахнем. Давай. Стоп, ты тоже это слышишь? Ого, это что за эпичная музыка начинает играть? Кажется, сейчас что-то будет. Тихо, они тут. Они... Смотри, что они вынесли. Чувак, они так... Вот это туда убили, говоришь? Да. Они такие... Зачем? Они могли бахнуть просто... Они думали, шкаф находится тут, понял? Они думали, что мы дебилы, кто не внесли шкаф, и тебя оставим на месте. Ну так, да. Ну смотри. Если по гаражкам, то... Дом получается, смотри. Блин. Это печально, потому что он сейчас орёт, что мы идем рейдить. Да. Общий сбор там, все такое. Не, я такой, слышь, за этот, буди Михалыча. Че такие идут?
Можно хилки сюда накидать на всякий. Ну мы можем рискнуть, конечно. Не-не, забей, он будет носить 100%. Бахай тогда, отойду. Тоже можешь бахать, просто устанем, его бахай и все. Да, в угол. Не бегай. О! А тут все открыто. Вот бункер, металл. Бункер, давай в бункер бахаем и все. Стой, ракета. Скинешь? Меня убили. Поднимаю. Тихо. Похилился. Да, ломай шкаф. Тут просто миллиард серы. Я сейчас чекаю. Я шкаф крафчу. А как насчет гранаты, козлы? Гранату кинул. Вот вам граната! Гранат кидает. Тебе. Тебе залетел. Нет. Еще одна. Граната! Убил его. Граната, аккуратно. Да. Давай бункер заберем себе. Дерево, дай. Дерево. Да подожди, я застраиваю. Подожди, дерево, дай я застрою. Да нету, на. Я вход хочу застроить, понимаешь? Вход пока не было. Давай. Снизу. Все, смотри. Все. У них МВК было? Тут нет никого. На крыше с базуки. Это подсказано. Ломай стенку там. Нет, так прижал. Мне нос с базукой. Он прям на люка, прям. Одного убил. Второго убил. Я ему два хита дал. Ты жив? Меня убил. Нееет. Ты вообще сделаете. Ты можешь меня залутать, кстати, да? Ты можешь меня залутать? Чувак. Я застроился, нормально все. Я их могу залутать тоже. Да, лутай всех. А, ты стенку поставил там? Да, я стенки поставил. Ой, городной. Голову дал ему. Да, у меня. Все, ставим к отпору. Я ему хит и голову дал. Ёнки! Лестницу что? Не заправились. Я сниму его. Сакеты. Базука. Она ему не поможет. Она тут защита стоит. Стена не пробиваем. Ой-ой. У тебя сера вывалилась. У тебя сера в крафте была. Да. Еще накидает. Я сейчас поднимусь. Я уже тут. Тебя челик залутал, я его убил. Смысл? Голый ко мне запрыгнул, чуть не залутал тебя. Все, тут. На, калаш, я возьму с четырехкратника. Нифига, забирай ты серу. А ты фульный, что ли? Ну да, у меня фул тела еще нет. Серу вывалил, я думал, ты носишь сейчас. Зеленки! Охереть. Убил. Спавнись в кибитке. Спавнись, все, спавнись. Убил варщика. Зеленки тебе в лицо повесили. То поддержи в табло. Что опять? Голову ему дал. Все, не такой сильный, что ли? Они там просто орут в чат. Мне кажется, у него бомбит. А давай шкафы у них бахнем и заберем себе в металл, их закатаем. А, реально. Стоп. Да, а потом они, короче, не смогут. Расширить дом, больше. Они расширить не смогут. Новый дом придется строить. Да, нет. Или фермы. Или ферма, а потом не, шкафы. Не, давай уж фермы, нафиг. Убил.
Опять убил, он только в пиксель выглянул. Нам бы лестницы, мы бы их залутали на крыше. Как вы на крышу залезли? Стенку вот сюда. О, лестницу, да. Иди сюда. О, хорош. Я залез. О, МПшечка плюс. Три головы пишет. Я сейчас бахну скоростную ракету, чтобы они думали, что мы их рейдим. Отойди. В люк бахну. Отойди, отойди. Рейдят! Деспавним ут! Деспавним его. Только не... Деспавним ут! У вас все читеры, кто вас убивает. Кстати, ребят, у вас тут хороший чай вырастает, знаете? Я бы посмотрел. Я 5 ракет взял с собой. Понял. Возьму тут 2 ракеты на себе. Узнать бы, где там шкаф. Хотя я там чая не вижу больше. Может, ближе подойдем, увидим. Там нет чая. А похеру, давай, вот шкаф, вот шкаф, вот шкаф. Тут 4 ракеты. По мне стреляют. Надо 4 ракеты, чувак, вот шкаф. Я чуть не сдох. Понял. Гараж. А в гараж? Турель! О! А где шкаф? Стоп. В гаражке вон той. А, я вырубить мог, вырубить. В смысле, там вход. Там тебя на дверь. Ты не вырубил, ты не вырубил. А, ло, я не вырубил. А чё она вырубает это? Надо бахнуть, надо бахнуть это. Куда? А, я шкаф бахну, я шкаф бахну. А там шкаф, то есть? Чё, на ракете есть? Да, там шкаф и вот. Все, давай, вот сюда бахни, акум, сломай. Акум бахни против. Она вырубить должна. Все. Чё, чай, ты здесь? Говно какое-то всё принесли. Тут МВК дверь была. Давай это сломаем, закроем шкаф. Да, давай. Уречку можешь забрать. Ну, мне кажется, они будут переноситься снова в лесу сегодня. Пусть геморроится. У меня 150, но плюс у нас очень много компонентов. Да плюс мы забрали территорию у них, бункер забрали, это уже круто. Который ну, застроился мы, бы забрали, сильно потом. Мы забрали у них две фермы, магазин, там кафе, билда уже, когда они еще ничего не построили. И дом. Mm-hmm. Дом, кстати, жирный был. Это вообще, походу, не их тиммейт был даже. Не, это их был. Ну, их тиммейт, но типа, ну, они все там еще, типа, ну, это же деревня, да, у них разные пароли. Зашел Чизи покатать на сервер, да? Но в мейне у них, наверное, много всего. Раз они такие фермеры. Ну да. Это вот одного только типа столько было. Ресурсов мы с того дома забрали огромное количество. Но нам по-прежнему не хватало, чтобы зарейдить их главную базу. Порох можно сразу вниз скидывать. Там, ну я скинул, там вот перед нашел. Последний скинь его. Пиксель этот там, уже. Там уже хул, да. Кто-то писи, он хул уже. Я за ним, который тоже пустой. Пофиг, я пока все скину, короче. Чего у меня спалки нет? В смысле? А, нет, есть. Просто нет, не там. Китаец меня покинул, но присоединился Пумба, и мы побежали искать приключения. И наткнулись на рейд форт-поста. А там турели. Турели. Чувак, а нет, бежим. Я убил. Тут зарейдили хату. Дим, залетай внутрь. Внутрь залетай. Я тут. Меня убили с двухи. Какой зарейдили? Внизу тип. Убил его. Найс. Выбраться отсюда я не мог. И я ждал Пумбу, пока он принесет мне лестницу. У меня двое тут на крыше. Я понял. Тихо. Одного убил. Убил еще одного. Там мелка была?
Нет. У меня еще два. Я бегу. Убил Эварку. Я еще никого не убил. Тихо, тихо, тихо. Меня убили. Давай, бери взрыв, подбегай. Он внутри сидит, внизу, где я сидел. Я понял. Убил. Если что, вам не есть лестница. У него все. У этого типа все. И дабы не слить все свои калашики, я спрятал их в смолсташике. Я заныкал шмот весь. Минус тип. Дим, под хатой, тип ползет. Где лестница? Забираться. Убил. Тринадцать хп у двери. И добить нечем. Че, ракету тратить? А домой за разрывными бежать как-то лень. Думаешь, класс? Конечно, слышишь. Там гантроп, смотри. Да я выйду. Есть что-то? О, хороший дом, слушай. Нормально, пускай. Сейчас будет пуш. Просто подними и все. Убил. А куда калаш улетел? Ай! Его трюли пил. В итоге этот фортпост мы оставили себе. Привязали турели и гаражки к телефончику и могли спокойно ими управлять. Добрый вечер. Я диспетчер. Здравствуйте. Здорово. Где? О, утюг. Я решил помочь нашим мирным соседям и накидал им пушки, которые мне были не нужны. И сразу же после этого я вышел. Зайдя на следующий день, я увидел это. О, как хорошо моя ферма поживает. Офигеть. Понимаю. Хороший урожай собрал, однако. О-о-о! Понимаю.
Они полетели на аутпост, походу, да? Так, я тебя убивать не хочу, сразу тебе это говорю, понял? I'm from Australia, actually. How's it going? Okay, I don't want to kill you. You can loot your friend. Okay, see ya. Bye. Goodbye, man. See ya. Это их новый дом или что? За ночь они отстроили огромный новый дом. И у меня в голове вырисовался план. Я видел, как они переносят лут в этот домик, как они летали на коптере туда несколько раз, и понял, что рейдить нужно именно его. Ну и про старый домик я тоже не забыл. Что тут было? Они новый дом, походу, себе отстроили. Алло? Слушай. Какой-то голос. Они новый дом перестраивают. Где? Вон там на воде, видишь, металл? Пойдем посмотрим. Два типа поднялись базукой. Сейчас я уже возьму. Ты можешь подбайтить, а я их убью. Они сихи кидают. Я уже подбегаю. Я на крыше. Они люк взрывают. Свой же? Нет, это не свой люк. Еще ниже. Один взорвался, один. Походу. Один бахнулся. Он снизу где-то сидит. А он прям тут, я ему хитал, прям сам внизу, он горит в дом. Убил его. Найс. Иди наверх. Я снизу сижу. Тут очень много всего. Один залез себе. Убил. В итоге рейдить эту махину нам не пришлось. И остался только один домик у них. Новый. Там все открыто, походу, чувак. Я бегу. Мы можем ракеты скрафтить? Да, там мы сейчас можем залезть. Нет, не можем. Они сейчас полетят на карго. У нас есть время, чувак. 30 минут, чтобы их бахнуть. Думаешь, они полетят? Да, по-любому полетят. Сейчас посмотрим. Максимум 10 гаражек у них. Почему-то мне кажется, они должны на карго лететь. Или ты думаешь, они не фармят такое? Мне кажется, они боятся. Не, у них корабль есть. У них все открыто, у них нет гаражек. Снизу. Давай скрафтим ракеты по-быстрому. План был таков. Прибежать домой, прописать с админки ракеты. То есть наварить ракеты, я хотел сказать. И наплавить серы. И пойти их взорвать. Нам порох еще нужен. На ракеты. Я пойду за серой сбегаю. В сумме у нас вышло 24 ракеты. И в этот момент мы даже и не знали, сколько ракет нам потребуется. Но нужно было рисковать, так как они могли отстроить огромную домину, на которую нам точно бы не хватило ракет. Чувствуете? Снова играет эпичная музыка, что же это означает? Сверху застраивать сложнее, чем снизу. Внутри, а не в онлайне. Все, забей они. Вон, с питоном стоит, питон. У них нет гаражек снизу, видишь, давай, там давай, пусто? Давай. Надо рейда. Давай, рейда. Еще одно. Он открывает. На вход скрываем 100. Стенку, давай, вот. Бахнем. Надо хилиться мне. Сверху, аккуратно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Бах.
Тут нет шкафа. А, стоп. Скорее. Убил. О. Вы... Тип, тип, тип. Убей его. Бахаем вверх и это, потолки и гаражки. Подрывает. Дай мне накид. Отойди. На. Гаражка минус. Нет, тут ничего нет. О. О. Ящики, ящики. Шкаф, 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 шкаф. Ломай шкаф! Я с базуки бахну его. Ну давай. Залутал пуст. Клаш, клаш. На сбаку дадет там. О, смотри! Дверь, надо фастом дверь ставить. Гаражка есть. Один ход? Нет, второй ход надо строить. Наверху, 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 аккуратно. А, там... Я чуть не сдох. Где гаражка? Наверху еще ящики. Мы все открыли у них. Тут верстак. Он стоит АФК. На порохе, на крафте пороха. Смотри в этот ящик, чувак. Посмотри в него. Тихо-тихо, давай застрою. Я думаю, там ничего нет. Пацаны, минус хата, прием. Пацаны, как дом? Все, забираем ракеты. Так, надо тебе застроить нормально. Собрать все. Тут 500 МВК лежит. Ящик, да? Нас опять чистят за рейдер. Ну, ремонт дома приехал, как бы. Привет с прошлого вайпа, как говорится. О, нифига себе у них тут. О, тут сера, чувак. Тут ящик серый. Тут фул печка серый. Металла много. Слушай, неплохо мы бахнули печку. Ниже, о, мы не выедем отсюда. А. Только если гаражку бахать. Согласитесь, они очень тупо сделали то, что они наружную буферку сразу в металл апнули, а центральные две сделали в камень. Реально это тупо. Что, берем ракеты, перевозим сразу на хату? Мы забрали весь основной лут, коптер и полетели относить домой. Их домик мы решили отдать первому попавшемуся бомжику, так как нам он был не нужен. Ну а предлагаю тебе новый дом отстроить, потому что это на содержание оставлять сейчас. Такое особо. Секунду. Спасибо. Мужики, у вас тут коптер стоит. По... Мужики, ёпта, смотрите аккуратно и будете вспоминать о нем. Ловушка? Это ловушка, я не пойму. Ну ладно. Ну ладно, удачи вам. Так, развлекайтесь. Ну так, ползком, да, так, вот так. Да, 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 давай, иди сюда. Полностью прорейдив эту деревню, мы улетели в закат. И больше нас на этом сервере никто не видел. И Кристофера, кстати говоря, тоже. Надеюсь, вам понравился данный ролик и вы оставили свою оценку. И самое главное, не выписывайте в чат, иначе мы вас найдем. Всем пока!